7 мая 44 года начался штурм Сапун-горы, южной окраины Севастополя. Немцы любой ценой стремились удержать Крым. Они говорили: «Тот, кто господствует в Крыму, господствует на Черном море». В 9 часов утра авиация и «Катюши» провели часовую артподготовку. В атаку пошли штурмовые группы. Шли парами. Одна с боем пробивалась вперед, другая шла позади. Когда первая группа выдыхалась, в бой вступала вторая. Окопы по нескольку раз переходили из рук в руки. В 8 часов вечера над горой был поднят красный флаг. Со взятием Сапун-горы путь на Севастополь был открыт. До победы оставалось 367 дней.